Спрятался, типа, ага. Короче, мы сейчас в библиотеке находимся, и я сейчас покажу, что Тима сделал в Лего-клуб, куда мы приходим каждый второй вторник. Он сказал, что вот этот домик его, он сделал это в прошлый раз. И они выставили это на выставку, представляете? Круто. Ну, по сравнению с другими работами, вот посмотрите. Ну ладно, вот это красиво. Там, ну, так себе. Так, здесь что-то. Здесь типа как игровая площадка. Это, не знаю что. Это. О, вот это круто смотрится, неплохо. Динозавр какой-то. Опять скажу, что я бормочу, но в библиотеке громко не разговаривают. Вот. Вот. О! Ну, вот это он, наверное, сделал. Вот Тиме написано. Сейчас у него спрошу. Оказывается, он сделал вот это. Он сделал вот это. Имя его здесь написано. Я сейчас покажу еще одну. Что он сделал? И вот этот дом, где написано Тиме. Тима, что это за дом? Можешь за Тим? Тим, where is that house? Это просто дом с его именем. Так что вот это. Такими вещами мы ходим и ездим. Такими вещами они занимаются, когда мы ездим в библиотеку. Интересно. И возле компьютера не сидят. Сидят, что-то строят. Ох, вот это, смотрите, какая крутая картина. Ничего себе. Ну, это не за один раз сделано точно, я думаю. Вот. Тоже красиво. Типа, как к башне идут воины или кто там. Круто, молодцы дети. Да, он тоже. Где? Antarctica, good thing. Вот это? Mm-hmm. Антарктика? Yeah. Угу. Конечно, через экран не так смотрится, как мы смотрим через стекло. Через стекло круче смотрится. О, вот смотрите, ну, да. Вертолет какой. Тоже круто. И вот это тоже интересно. Молодцы, ребятишки. Смотрите, какая красота. Заказала все-таки на Амазоне эти коврики. Кое-как нашла то, что мне понравится. Вот. Выглядит вроде более качественно, чем были у нас до этого. Естественно, сделано в Китае. Так. Я читаю, как тут можно стирать. Ладно, разберемся мы с этим. Кто-нибудь понимает вот эти значки? Стирать в теплой воде. Так, что тут у нас написано? Машин ваш или не машин ваш? А, да, можно стирать в машинке, в теплой воде. Без отбеливателя. В сушилке сушить нельзя. Развешать и где-то посушить. Ну, хорошо. Это, конечно, более темный вариант, чем был у нас до этого. Поэтому, я надеюсь, не будет так сильно мараться. Один коврик вот такой небольшой. Если слышите шум, это Дима моет дом. Один коврик длинный. И один коврик возле туалета, возле унитаза. Ох, как громко. Сейчас постелю на пол, посмотрите, как оно будет смотреться на полу. Ой, ну смотрите, как красиво. Как красиво. Мне очень нравится. Подходит к нашему полу, к нашим стенам. Замечательно. А мягкие-мягкие. Вы себе даже не представляете, какие они мягкие. Даже жалко их использовать, честно. Уже можно убрать. Мы зимой включаем маленький обогреватель, когда принимаем душ. Уже можно убирать. У нас сейчас такая жара стоит. Так что вот. Кстати, сказала про жару, вспомнила. Мне еще надо пойти полить мою плантацию. Спасибо всем, кто меня уже поздравил с началом огороднего сезона. Да, у нас уже начался. Люблю
люблю снимать такие беспорядочные кадры, но, может быть, как будто будет интересно, и кого-то я смотивирую тоже пересмотреть свою одежду и что я сейчас делаю, чем я сейчас занимаюсь. В общем, я убираю всю зимнюю одежду. Я уже ее сняла с вешалок, поскладывала, вот куча вешалок у меня теперь, скажем так, пустых, ну, которые заполнятся через там полчаса. Так, это все зимнее. Тут и штаны, и кофты, и выходная одежда, и домашняя одежда. В общем, все такое, что весной, то есть, ну да, весной и летом не носится. Почему я все это убираю? Потому что у нас шкаф очень маленький, я уже показывала не один раз. У нас он очень маленький. И такое бы мне надо одной, а это у нас на двоих. Поэтому я сейчас, да, кстати, я там еще и постельное храню, 3 комплекта, потому что у меня не помещается в том шкафу, где у нас хранятся постельные комплекты. В общем, часть одежды я оставляю на лето, потому что все равно прохладные дни еще будут. И вот такие рукава, типа как 3/4, с такими рукавами, такие тоненькие кофточки я оставлю. Платье вот тонкое оставлю, потому что и летом бывают прохладные дни. А все остальное, Димины теплые кофты, рабочие кофты, это все я сейчас убираю. Некоторые, все свои джинсы оставлю, не буду убирать. Может быть, может пригодятся летом, какие-то джинсы надо будет одеть, будет прохладно. Поэтому джинсы я все оставлю. Футболки оставляю, тонкие халаты оставляю. Остальное все сейчас буду убирать. У меня вся одежда хранится в сарае. Поэтому сейчас я пошла в сарай. Несмотря на то, что на улице у нас сегодня ужасная жара, заниматься этим все равно надо. Тем более этим заниматься надо, потому что и на работу уже жарко ходить с длинными, ну, в штанах. Я обычно такие или тоненькие одеваю штанишки, или вообще шорты одеваю. Ну, и уже жарко. И Диме надо шорты на работу, потому что у нас уже... Сегодня у нас за 30. Поэтому даже не сегодня надо было менять одежду. Нужно было менять одежду заранее. Короче, пошла я в сарай за зим... Нет, за летней одеждой. И затем буду убирать зимнюю. На что не прошло и 2 часов, как я навела порядок. Ой, как я устала таскать эти сумки туда-сюда. В общем, получилось у меня 4 сумки с зимней одеждой. А с летней было 3. Но это не потому, что у меня летней больше. Хотя да, у меня летней немножко побольше. А потому что зимняя одежда занимает, конечно, намного больше места. Ух, устала я. Время... 5:19, мне еще ужин готовить, представляете? Там вон кучка одежды, которая мне маленькая или Велине маленькая, ее нужно будет отвозить в магазин секонд-хенд. И также я еще поменяла шторы, что-то захотелось мне повешать светленькие шторы на лето, чтобы в спальне было светло. Хотя, по идее, надо бы сделать затемнение, чтобы не пекло так солнце. Ну ладно, не понравится, уберу. Убрать всегда легко, это не трудно. И также я здесь поменяла шторы. Белые оставила, сверху были еще одни белые, ну, как бы, по низу была теневые, нет, тюль была типа как тюль, сверху были теневые шторы, я оставила только тюль и сверху сделала вот такие сделала, в общем, вы меня поняли, я очень сильно устала, мне еще готовить ужин, но без этого тоже никуда. У нас ничего нового, все как всегда. Народ работает, а интеллигенция впечатляет, да? Ах, какой сегодня хлебушек спекла. Это хала. Кто не знает, это такой еврейский сладкий хлеб. Тесто замешивается в хлебопечке. Затем сплетается косичка. И затем уже выпекается в духовке. Что-то мне захотелось такого сдобного хлеба. Эти рулеты пасхальные уже все съели. А хлебцам мне что-то захотелось вкусненького. Надеюсь, что пропеклось. Так, сейчас орешек украдем немножко. Орешек точно пропекся, поджарился. Надеюсь, что там тоже пропеклось. Ну, если не пропеклось, то все равно уже не справишь, придется есть. Согласны со мной? Согласны, молодцы.
сегодня в бесплатке было очень много апельсинов и яблок, то мы с Эвелиной решили сделать сок яблочно-апельсиновый. Никогда такой не делали, по-моему, да? Делали? Вроде, мне кажется, нет. Да? Но надеюсь, что будет очень вкусно. Я даже не знаю, если бывает на самом деле такой сок. Думаешь, бывает? Да. Наверное, бывает. Но мы такой не пробовали, поэтому мы сейчас сделаем, попробуем и поделимся своими впечатлениями с вами. Сейчас пойдут у нас первыми апельсины. Жует, жует. О, первые капли пошли. Некоторые даже мимо. Сип, сип. А, ты. Пропихивай. О, девушка, надо помогать ей. Натуральный апельсиновый сок, представляете? Это вам не какая-то химия магазинская. На химии все равно будет какая-то. А фруктов все меньше, а сока все больше. Uh-huh. Неплохо получается. Мне не знаю сколько, 4, по-моему, апельсина было, наверное. Я даже не посчитала. И это примерно 4 яблока, да, было? Да. Ну, получается, сколько сока, много получается. Мне вот интересно, если отходы эти отжать, будет там еще хотя бы 100 грамм сока? Надо будет попробовать. Так, ну что, где-то 550 миллилитров сока получилось из этого количества яблок и апельсинов. Неплохо. Да. Сейчас нальем стаканчик, пойдем на папе испытывать, догадается он или нет, какой это сок. Сейчас Эвелина вам покажет, насколько это все уже сухое. Я думала, можно отжать оттуда хотя бы немножко сока или нет. Вообще ничего не отжимается, нисколечко. Оно все настолько выжато сильно, что даже капельки сока не получается из этих отходов. Так что все это идет сейчас на компост, а мы разливаем сок по нашим красивым стаканам. Сейчас еще насыпем лед, потому что фрукты, они лежали на столе, они теплые. Мы насыпем лед и пойдем на улицу. У нас сегодня жарко. Человек, мы тебе соку принесли. Давай, пробуй и скажи, какой это сок. Тот, который я ожидал. Какой? С апельсинов, тех недобитых. Которые требуют сам джуз только. А еще что? Только апельсин? Может, яблоки? Правильно. О? Будь тебе дегустатором. Мы тебя принимаем в нашу команду. Он траву косил, поэтому он такой чумазенький у нас. Поэтому он заслужил такого рабочий вкусного... класс. Да, вкусного, целебного, натурального сока. Сердце вам. Любви. Любви из пота. Любви обильной ты наша.